Почему мифы разных народов с разным цветом кожи описывают примерно одно и то же? В русских народных сказках Иван Дурак в эволюционном отношении гораздо выше своих умных братьев. Если умному человеку сказать «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», он сразу растеряет. А Ивану Дураку это без проблем. То есть он более совершенными методами познания мира владеет. С 2012 года мы из чертога лиса входим в чертог волка. Время наступает наше, славянское. Уже рассмотрели мужские качества какие. Во-первых, это ответственность, самое важное. Во-вторых, что мы там разбирались? С бородой разобрались, да? Но по большому счету, если брать современную ситуацию, то проблема в чем состоит? Почему много разводов? Потому что не могут общего языка мужчина и женщина найти. То есть нужно осознавать, что мужчина и женщина – это два противоположных пола. То есть они никогда друг друга не поймут. То есть у мужчины один склад ума, у женщины совершенно другой склад ума. И проблема большинства семей заключается в том, что мужья пытаются из жен сделать мужиков. Он говорит, если ты не понимаешь, как я, если ты не соображаешь, как я, если ты не умеешь делать выводы, как я, если ты не разбираешься в этих вопросах, как я, то значит ты баба дура. Ты вот давай вот как я. Вот вы замечали, что большинство проблем в семьях именно в этом и заключается. Пытается из жен сделать мужиков. Это неправомерно. У женщин свое способ познания мира, свое мышление. И оно ничем не хуже мужского, но оно абсолютно не такое. Абсолютно не такое. И пытаться из жен сделать мужчину, ну это неправильно. И в основном разводы именно из-за этого происходят. Женщин нужно воспринимать как женщин. Да, ну они вот такие, вот тут они, вот нужно умиляться этим. Давайте все-таки проведем какой-то раздел. Не существует такой женщины, которая бы в случае реальной опасности не сумела бы, в принципе, физически дизель завести, скажем, ну надо, научиться дизель заводить, но вот она научится заводить, а сейчас, ну не важно, все что угодно, там, поедет, не знаю, мы сейчас говорим о другом, да. В том, что сейчас как бы навязывается определенная модель женщины, которая, в принципе, не может ничего сделать, поскольку ей религия как бы не позволяет. Нет, ничего подобного. Наши женщины не очень талантливые, очень стойкие, очень терпеливые. У них свои уроки, свое общество. Это сейчас нам внушает, что если это блондинка, значит это тупая. Ну давайте разделим. А на самом деле наши женщины блондинки, они богини. То есть они пытаются встать наравне как бы с мужчиной.
Это черные, они не способны тягаться с мужчиной. Они живут вот в семье там и не пытаются, потому что и не видно, что они глупые. Но если сравнить там брюнетку с блондинкой, да понятно, кто будет на высоте. Но нам специально, злонамеренно идет геноцид, как бы специально наших женщин унижают. А на самом деле у нас женщины, они богини. Просто мужчины современные требуют от них мужских качеств. А это неправомерно. У женщины одни уроки, а у мужчин другие. А мужики, наоборот, требуют, чтобы они стали похожи на мужиков. Я говорю об этой проблеме современного общества. А это никак неправильно. Да не мужики этого требуют, это совсем другие люди. Почему? Разводы же от мужа зависят, да, от жены. Так же? Да, надо понять. Это зависит от зомбоящика, потому что женщинам навязывают мужские качества. Для них вот куклу Барби и все, то есть ее, она не должна заниматься семьей, она не свиноматка, она не должна рожать, она должна быть супервумен, должна въехать там в красном шевроле с белым шарфом. Вот, то есть у нее другие. Об этом мы будем о женщинах завтра говорить. Сейчас мы о мужчинах говорим. Просто если вы говорите об этом, о том, что это проблема мужчин, вот. Это не проблема мужчин. В идеале нужно было с мужчинами отдельно поговорить, а с женщинами отдельно. Женщинам такие стереотипы. Абсолютно верен, абсолютно верен. Но это уже проблема женщин. И мы об этой проблеме будем о женском мировосприятии завтра говорить. Тогда я буду больше как бы перевес на женщин. Я говорю, в идеале это отдельно в женском коллективе нужно говорить. Да, есть такие вещи, что мужчинам лучше и не слышать то, что нужно с женщинами говорить. Лучше им это не знать. Да. То же самое, есть такие вещи, которые лучше это женщинам не знать. Потому что это абсолютно разные существа. То есть женщины по одному мир воспринимают, мужчины по другому. И в идеале бы вот создать мужской коллектив, тогда я бы совершенно по-другому тут общался. Женщинами я по-другому. Просто я свою помню, как я мужские, как и женские воплощения. Я женщин понимаю, как они мир воспринимают и как с ними общаться нужно. И поэтому я сейчас говорю, мужчины они должны, потому что ответственность как раз заключается в том, как правильно относиться к супруге. Сейчас наше отношение большинства мужчин неправильно к нашим женщинам. Неверное. То есть развивать у них нужно женские способности, но никак не мужские. Женщина идет замуж, чтобы быть за мужем, как за стеной. Есть муж, который выполняет свои мужские обязанности, а жена должна свои женские обязанности выполнять. А мы же требуем, нет, ты давай выполняй, да, вот, как мужик воспринимай мир. То есть женщина она вообще даже на работу не должна ходить. А что за мужчина? Муж это чин мужа. Мужское энергия. Муж чина. Чин энергия. Так же? Если ты мужчина, как же твоя жена может на какого-то дядю работать ходить? Ну как это? Какой ты мужчина, когда твоя жена работает на чужого дядю? Да наша жена никогда не работает. У нее в семье его обязанностей. Непочатый край. И если она живет в семье, как настоящая мать, как настоящая хозяйка, да у ней вот забот будет, куда уж больше. А мы требуем от нее мужиком, иди на заработу, ну давай, а то семье не хватает денег. Да что за мужчина, который не может прокормить свою жену и детей, что это за мужчина? Это неправильный подход. И в этом проблема. А женщины, они интуитивны, они как собаки, все понимают, сказать не могут. Но у них плохо, они понимают, что что-то вот с моим мужиком не так. Чего сами не понимают? Ну так женщины устроены. Они интуитивны, и семья разрушается в результате. Потому что неправильно у мужчин отношение к своим женам. Понятно, о чем я говорю? Или не совсем? Понятно, только проблема гораздо глубже. Просто проблему эту создали, потому что у мужчин работы нет. И в мегаполисах, и в других делах. И сейчас женщин принимают на работу с двойными функциями. То есть ее берут туда, она выполняет двойную функцию. И выбирают точно так же для двойных функций. Понимаете? Вот. И поэтому специально, скажем так, вот эти ребята создали такие условия, что у мужиков поставить униженное положение. А когда вы говорите о том, что мужик не может найти работу, ну, ему порой приходится тогда выбирать. То есть или становиться там на черные дела, то есть идти бомбить там толстозадок, вот, и тем самым как бы тоже вот, уже тогда уходить
зарабатывать деньги по-другому, да? Грабить там, или, скажем, там, или там вымогать там что-то, да? Восстанавливая справедливость порой. Вот. Дома сидят, или выполнять женские обязанности, потому что у нее вот там. Ну вот я на своем примере скажу. Когда я все со всем этим разобрался, я просто плюнул на город и уехал в самую глухомань, туда даже дорог не было. Ну, была узкоколейка только проходила туда, лес вывозили оттуда. Такую глухомань, куда дальше уже невозможно было. Это где? Куда? Ну, это высоко в горах на Кавказе, в Краснодарском крае. Угу. Ну, короче, дальше уже невозможно было уйти. И прекрасно я кормил свою семью. Там дом был у вас? Ну, в итоге мне вообще подарили там даже дом. То есть там заброшенное, там за бутылку водки уже было хорошее хозяйство. Но мой знакомый сказал, говорит, Алексей, вот у меня там дача есть, мне туда так накладно добираться, вот переходи и живи там. Я говорю, ну у меня нету денег тебе заплатить. Говорит, ну будут деньги, я отдашь. А там сад хороший такой был. Я собирал все это, сдавал государству, а деньги хозяину отдавал. И через несколько лет я этот дом выкупил, получается. Ну, получается, что подарили, можно сказать. Но там можно было по соседству взять нормальный дом, где можно было за бутылку водки в те времена. А дети где учились? Ну, там школа есть, десятилетка. Сейчас уже восьмилетка, но раньше десятилетка была. Там. В те годы невозможно было, чтобы в школу не ходить, потому что мои дети вынуждены были ходить. Как же жена согласилась? Она тоже разделяла эти уже? Да. Потому что у нашей традиции как? Муж иголка, жена нитка. Куда иголка, туда и нитка. То есть я ей сказал, я тебе не дам рожать, пока ты не вот это, вот это, вот это не освоишь. Я не буду от тебя детей рожать. То есть я ей объяснил, как энергетикой пользоваться. Хочешь детей? Ну, будь добра, вот это изучи. Нет, зачем мне это нужно? Там. А что конкретно? Ну, управление половой энергией необходимо. Просто все это я на своей шкуре испытал, все это возможно. Возможно прокормить семью, не нарушая ни законодательства современного, и не идя в разрез, значит, с обществом. Живут деревня. Сколько они зарплату получают там в месяц? Вот мы из деревни, хочу озвучить, в Алтайском районе дом, деревенчатый старый дом. Где? Валдай, хорошее место. Деревня, Негодное озеро. Ну, в общем, если вам нужна большая вода, но рядом источник воды есть. Вот реальная цена, это актуальная, вот 2 месяца. А это сколько от Москвы? 480 рублей. То, что надо. Пожалуйста, есть возможность. И сейчас только отговорки, что муж не может прокормить семью. Да все это ерунда. Я на своей практике знаю, у меня друзья переезжают и живут припеваючи. Вот хороший фильм можно скачать с интернета. Смотрели? «Счастливые люди». Как москвичи и мужики уехали в тайгу и живут там припеваючи, достойную жизнь ведут. Возможно это все. В городе невозможно, с этим я согласен. Но это помойка, что тут жить? Нам предки сказали, когда враг одолел, уходите на новую землю, строить старую жизнь. И тогда возможно. У меня дети ни одной детской болезнью не переболели. Потому что жили на природе. А разве можем в городе здорового потомства вырастить? Невозможно. Алексей Васильевич, а вы знаете, Торсунов такой есть, он как бы лекции читает и пытается трактовать по ведам.